успішне завершення усіх справ – це те, що потрібно нам, нам усім. І для того, щоб досягти успіху, ми повинні знати, якими ж інструментами треба керуватися. З приводу інструментів звертаємось до спеціалістки, яка вже є у нашій студії, це Ірина Туманова. Ірина знає точно, що треба робити, аби успіх прийшов до вас, тому що Ірина займається і коучингом, і фізіогномікою. Ми можемо подивитись на наше обличчя так і зрахувати, чого нам не вистачає, а що можна додати для того, щоб впоратись з усім, що відбувається в нашому житті. Так? Тобто за допомогою рис обличчя ми можемо стати успішнішими, правильно? В том числе. Юлечка, приветствую зрителей, благодарю, что пригласили. Ну, во-первых, хочу сказать, что действительно запрос, как достичь цели, это самый часто задаваемый запрос коучам. Коучинг пришел из спортивной психологии. Я сама из спорта, я мастер спорта, у меня 8-й Q по, 7-й уже Q по рукопашному бою, поэтому я часто провожу параллели. В спорте и в достижении цели одна и та же история в контексте того, что как. Делать нужно. Нет никаких волшебных инструментов. Нужно працювати. Делать. Да. Угу. А нічого собі, як це ви так можете бути і в одній справі, і в іншій, і скрізь досягати успіху? Тому що отримати результат в спорті – це теж не так просто. Ну, спорт – моє увлечення. Угу. Пригощайтесь чаєм, будь благодарю. Ласка. Ми можемо говорити про те, що треба робити, але мало хто знає, як це треба робити. Во-первых, нужно поставить себе цель с измеримыми результатами. Мы можем понять, достигли мы или не достигли, только если мы знаем в измеримых результатах. То есть, если я хочу зарабатывать больше, поставьте себе цель в конкретных цифрах. Если я хочу наладить личную жизнь, что это? Это я хочу отношения, вот так они должны выглядеть. Тогда мы можем к чему-то конкретному двигаться. Ну, звичайно, але ж, якщо ми знаємо, що, наприклад, нас не влаштовує зарплата, так, нам треба якась окрема сума, і ми знаємо, що ну, більше не заплатять. Ну, за ту сферу діяльності, в якій ви знаходитесь, не заплатять. Чи ні? Нет границ. Выйдите на улицу, посмотрите, сколько дорогих машин, сколько обеспеченных людей, сколько денег вокруг крутится. Деньги есть. Ну, в тому-то есть справа, що вони крутяться, але мимо вас проходять. Первое. Мы ставим цель в измеримых результатах. Когда нет в измеримых результатах, нет цели. Второе. Мы делаем каждый день. Очень часто мы ставим себе какие-то крупные цели и каждый день думаю, нет, до нее далеко. Сегодня я, пожалуй, ничего делать не буду. Вот завтра я сделаю точно максимум. Делать нужно каждый день. Опять же, это правило из спорта. Хочешь ты, не хочешь. Есть такой коучинговый лайфхак. Когда у тебя есть цель, определи каждый день свой минимум 100% и максимум. Если ты не можешь сделать в этот день 100%, сделай этот минимум. Есть силы, ресурсы, сделай максимум, но делать нужно каждый день. Ну, давайте якраз непоганий приклад з приводу тих грошей, які десь там крутяться, а вас обходять. Я думаю, багатьом ця тема буде актуальною і потрібною, так? Для чого вам деньги? Деньги ради денег, вони не приходять так. Ні, можливо, в людини є потреби, хочеться налагодити життя, хочеться влаштувати життя своїм рідним та близьким, хочеться отримати ну, мінімум якийсь життєвий, так, який вам хочеться, комфорту. Вот ми приходимо к измеримості цілі. Деньги ради денег? Нет. Когда ви розумієте, що я хочу в отпуск, допустим, там, в Майами на 2 недели, ціна отпуска така-то, у нас есть измеримый результат цели, и тогда мы понимаем, сколько нам нужно зарабатывать каждый месяц, чтобы через год полететь в Майами. Так, ну це вже ближче, так? Ми розбили, виходить, нашу велику мрію на маленькі частинки, верно, і в них відштовхуємось, так? Верно, да. Тепер наступний момент. Як же тепер кожен місяць отримати те, чого ми раніше не отримували? Скажу з точки зрения фізіогноміки. Люди абсолютно різні, да? І у кожного різні стратегії активних дій. Тобто люди по-разному добиваються своїх цілей. Хтось йде на пролом, хтось окольними путями, у кого-то хороша концентрація внимания, і він може робити монотонну роботу, у кого-то ні. Коли ти знаєш свої сильні і слабі сторони, наприклад, є люди, для яких достатньо поставити велику ціль, і вони йдуть на пролом, і їх нічого не відвлікає. Есть люди, у которых концентрация внимания очень низкая, они на все отвлекаются. Когда ты знаешь эту свою черту, нужно разбить на маленькие-маленькие этапы видимого результата. Ну, в частности, давайте, так, все не расскажу, конечно, но маленький, опять же, лайфхак. Если у вас небольшая высота челюсти,
вы человек гибкий, вам тяжело сконцентрироваться на одном этапе, поэтому разбивайте свою цель на маленькие этапы с измеримым результатом и отмечайте этот измеримый результат, он будет вас мотивировать. Угу. Но, друзья, мотивация – это все хорошо, мы можем каждый день смотреть мотивирующие ролики, писать себе эти карты и все прочее, но там, где заканчивается мотивация, начинается дисципліна, поэтому волшебной палочки нет, делать нужно каждый день. Угу. Ну, добре, ми ж знову повертаємось до цього прикладу, про який ви говорили, так? От ми вже побачили, скільки нам треба грошей кожен місяць, так? Да. Тепер наступне питання, де їх взяти, щоб кожен місяць отримувати більше? Конечно, конкретный случай нужно рассматривать, не могу к профессии какой-то привязать, но тем не менее, есть окружение, есть обстоятельства и так далее, это все нужно учитывать. Бутылочка одной и той же воды в АТБ стоит 10 гривен, а в Ля Сильпо, это не реклама, ни в коем случае магазинов, стоит 15 гривен, а в аэропорту она стоит 50 гривен. Так, может быть, нужно сменить окружение, и цена ваша поднимется. Угу. Так, тобто не ходити по тим магазинам, де менше. Более того, если вы делаете один и тот же, одні і ті ж действия, не получаете результата, то, наверное, нужно сменить действия. Звичайно, да. Так. Виходить, що ми просто не знаходимось там, де нам треба бути. І якщо нас щось не влаштовує, ми нічого не змінюємо, продовжуємо жити і злитись, можливо. Ну, хто як, так? Але я думаю, радості мало, якщо людину щось не влаштовує, так? Да. Так. Зміняйте обстановку, зміняйте окруження. Є ж таке правило, що наше окруження, ближайші 5 людей, ближайші в тому плані, з ким ми чаще всього общаємося, 5 людей, з ким ми чаще всього общаємося, создають нашу життя. И нас. Общайтесь с теми людьми, которые достигли успеха в той области, к которой вы стремитесь. Угу. Ну, кто уже летал, кто там живет, да, вот да. Так краще. Да, да, вы будете, будет вот это ощущение, что это возможно. Угу. Не буде такої прірви, так, між однією людиною і іншою. Ну, добре, тут з грошима трошки розібралися, так, де їх брати і що робити. Інша така мета може бути в людини досить таки благородна, так, велика мета. От, наприклад, там, не знаю, там, зробити щось для суспільства, так. Але ми не завжди розуміємо, скільки треба вкладати, щоб всі були задоволені. От, на ваш погляд, чи потрібно братись за такі мрії? Мы можем дать только то, что есть в нас. Если у нас закрыты все базовые потребности, мы можем делиться с социумом. Если у нас чего-то нет, чем мы можем поделиться? То есть делиться можно только из состояния изобилия. Если у тебя не накормлены дети, у тебя там плохо с работой, с личной жизнью, а ты едешь помогать, допустим, в детдом, ну, вопрос, а можешь ли ты помочь, наладить свою жизнь? Поэтому большие цели в контексте общества нужно ставить, когда у тебя все хорошо, у тебя есть чем делиться. Угу. Ну, знаете, теж такий приклад, психологи часто його наводять, кажуть, ну, от треба вміти керувати потоком, наприклад, грошовим, так? Ну, як ним керувати, якщо людині не вистачає грошей, так? Ну, як? Юлечка, я очень человек приземленный, поэтому вот эти истории из серии «я не в ресурсе», вообще эта фраза «я не в ресурсе», так, она, так, как, так. Она как граната для обезьяны. Так, так, так. Ну, типа, я не в ресурсе, ничего делать не могу, не буду, пусть ребенок голодный будет там, и так далее. А, делать надо. Ну, вот правда, просто ну, нет волшебных палочек. Ірино, ну, як взагалі у вас відбувається в житті? Ви багато трудитесь, так, багато працюєте над собою, над тим, як можна було би змінити своє життя. Це робота постійна? Ну, ви втомлюєтесь? Чи є час? Чи ви собі навчились розмежовувати? Десь відпочиваєте, десь знаєте, куди діти? Я стараюся, вже прожив якусь определенную життя, да, і наработав якийсь опит, я себе стараюсь вибирати такі цілі, які мене вдохновляють, від яких я отримую удовольствие. И тогда это не называется работой, как бы не банально это звучало. Хотя, конечно, есть там неприятные или не очень интересные моменты, которые нужно делать по достижению цели. Это все про дисциплину. Но чтобы вот эта главная цель, она вдохновляла. Это во-первых. А во-вторых, иногда мы подменяем, ну, например, да, там разные сферы жизни у человека. Личная жизнь, там, работа, здоровье, реализация, там, не знаю, духовное развитие. У всех разное. И
мы думаем, вот сейчас я, там, допустим, стану стану успешным в этом виде деятельности, и тогда буду налаживать свою личную жизнь. На самом деле, если разложить, так сказать, по графику сферы жизни, то наш общий уровень, он считается по самой низшей сфере, самой неразвитой у нас. Ну, будем говорить так, если у меня есть 5 миллиардов, но я через месяц умираю от рака, ну, эти 5 миллиардов мне ни о чем, мне нужно заняться здоровьем. Поэтому очень важно не подменять и понять, какая сфера вашей жизни действительно отстает. І як тільки ви будете її налажувати, всі остальні будуть підтягуватися. А так часто виходить, що людина боїться, в неї є прогалини в тій сфері, і вона бачить, ну, не може вона це зробити, так? І думає, ну, от якщо я, там, не знаю, зроблю багато грошей, можливо, я зможу одружитися, так? Я похудію і буду нравитися мужчинам. Або так, можливо. Тобто, насправді, ми не працюємо над своєю метою, так? А думаємо, що чимось ми можемо це замінити. І тут дуже важко знайти відповідь. Тому що, ну, скажіть ви тому чоловікові, що треба гроші заробляти, звичайно, але якщо хочеш одружуватись, то, ну, не буде, вона просто піде до іншого. Ну, наприклад, так? Ну, про лічну життя так скажу, от наверняка барышні, там, дівчатки, жінки будуть смотреть, приходять же з запросом про лічну життя. Вообще, на самом деле, приходять з роботи, а все закручується в конечном итоге про лічну життя. И простой вопрос задаю, сколько ты времени тратишь на то, чтобы найти там мужчину своей мечты в день? Он говорит, ну в день нет, ну вот там раз в неделю, там по пятницам я выхожу там с девочками гулять. А сколько ты тратишь времени для того, чтобы хорошо выглядеть? Ну каждый день я там делаю маску, умываю лицо, отхожу на процедуру. С любой областью точно так же. То есть если говорить про личную жизнь, каждый день по чуть-чуть, 15 минут, 30 минут выдели для этого, попей кофе в заведении. А справді, для того, щоб хоча б дізнатися, де прогалини, в якій сфері, людині треба розібратися, да. Так? Ось з цим питанням, як краще впоратись? І, можливо, треба якусь карту побудувати, чи колесо, ну, різні є да, техніки. Да, да. Ну, от колесо, да, його всі знають уже, колесо баланса, ти виписуєш, які у тебе головні сфери житті, допустим, на год ти його робиш, да? Виписуєш, какой максимально качественный результат для тебя через год и на каком этапе ты сейчас. И тогда ты видишь, какая сфера жизни у тебя отстает. Угу. И треба вкладати більше зусиль саме в ту да, сферу, все остальные подтянутся. Яка відстає, так? Да. На неї треба звертати увагу. Але ж ми тоді можемо відстати від інших, чи ні? Нет, это же не значит, что я с утра до вечера, вот у меня, допустим, отстает личная жизнь, я с утра до вечера пью кофе в заведении, и ищу себе спутника жизни. Конечно, нет, но уделять этому больше внимания. Угу. Справді, з багатьох сфер ми не знаємо, що робити. Ну, от, наприклад, як шукати собі супутника життя. Ну, таку тему ви підняли. Досить таки цікаво для багатьох чоловіків і жінок, особливо зараз, коли всі в гаджетах і сидять десь відокремлено. Ця тема питання номер один. Когда ты знаешь, как должен, первое, начни с того, как должен выглядеть твой спутник жизни, кто он, сколько ему лет, чем он занимается, чем он увлекается, куда он, как он проводит свободное время и так далее. И когда у тебя есть портрет, ты прекрасно знаешь, где его искать. Если он спортивный, там, мужчина или барышня, да, вот спортзал как минимум. Он, допустим, следит за своим здоровьем и кушает экопродукты. Пожалуйста, магазины экопродуктов, вот там на верхней полочке. Черговатый я там не могу достать йогурт. А, он, вон, хитрощи, хитрощи. А взагалі, отакі хитрощі жіночі допомагають налагодити стосунки? Чи це тільки в кіно буває? Люди дуже різні. Поэтому сказать однозначно нет. Ну как хитрощи? Ну ты же действительно не можешь достать на верхней полке. Ну что хитрощи? Ну, в общем-то. А вообще очень тоже как бы хочу отметить важная тема сейчас. Концентрация внимания. Это, наверное, то, чего не хватает всем для достижения целей. В наших реалиях просто космического потока информации очень тяжело на чем-то сконцентрироваться. И я думаю, что да, надо учиться концентрироваться. Як? С чего починати? Може, відкинути гаджети, тому що вони заважають. І треба... Міняйте привички. Наприклад? Сначала, знаете, как... Вот поскольку, опять же, возвращаемся к спорту, поскольку я из спорта, и часто там, да, консультируются там, девочки, подружки, как похудеть,
как наладить питание, все, я говорю, ну ты же, наверное, много ешь. Она, нет, нет, я, нет, да я там один ползернышко в день, как дюймовочка, все, я говорю, слушай, а вы... Три булочки. Да, я говорю, а ты вот возьми и два дня, один будний, один выходной, выпиши все, что ты кушаешь в течение дня, там такое оказывается, там у ребенка бутерброд укусила, там у мужа котлету забрала, все, и ну, и получается очень много. Ну, собі ж не насыпала, це так вона десь там підхопила. Поэтому для начала проанализируйте свои привычки. Вы когда их выпишите, вот свои несколько дней, да, выходной, будний, распорядки дня, вы сразу увидите, где вы тратите время бестолково. Конечно, у каждой цели есть своя цена, от чего-то придется отказаться. Угу. Ну, наприклад, від чого? Я не знаю, хтось любить солоденьке, ну, нічого, на деякий час можна. Але ж для того, щоб триматися в формі, від нього треба відмовитись назавжди. Откажи, если так, опять же, про личную жизнь мы возвращаемся, откажись от там полуторачасового просмотра сериала, выйди в люди, выйди в заведение, попей кофе в приятной компании. Угу. А взагалі жінці як от вийти? Багато хто не може себе навіть заставити вийти кудись. Как? Це вот треба, так, щоб хтось іще з вами був, чи я не знаю, чи ні, чи це помилка? Опять же, все люди разные. Если вы хотите с компанией, берите свою подружку, идите, отдыхайте. И... Цели. Важные цели. Сконцентрируйтесь. Личная жизнь, значит, найдите места, где вы можете знакомиться. Если это работа, значит, откажитесь тоже от каких-то привычек, которые... Ну, не помогают, как минимум. И больше общайтесь с людьми, у которых такие же цели. Ірина, конечно, с замужней подружкой сходить в кафе, найти пару – это не вариант. Ірина, ну тепер від вас рекомендації, тому що зараз святкові дні, усі хочуть налагодити усе в своєму житті. Хтось там прогалину має в особистих стосунках, хтось, можливо, хоче більше заробляти, комусь хочеться більше відпочивати. Отож, загально для усіх, будь ласка. Друзья, чувствуйте свое внутреннее состояние. Очень часто мы подменяем свои желания на те, которые навязаны социумом, родителями, окружением и так далее. Вот прям сядьте, расслабьтесь. Если вы думаете, что вы что-то хотите, почувствуйте себя в том состоянии, когда у вас это уже есть. Если это ваше, дерзайте, у вас все получится. Если это не ваше, тогда ищите свое. Це дуже правильні рекомендації. Знаємо, що та тільки так буде працювати, і людина, яка знайде себе і відголос себе у суспільстві, вона найбільше буде там успішною. Тож да. Дуже дякуємо. Благодарю, вам. Юрі. Дякуємо, що прийшли до нашої студії. І сподіваємося, що усі прислухаються до тих порад, про які сьогодні багато чого було сказано. Тож шукайте себе, шукайте своє відлуння у тому соціуму, в якому ви живете. Ми зустрінемось за декілька хвилин.